Пишет, пишет. Привет, народ. Очередные посылки на фоне незаправленной кровати, как всегда. Ну ладно. Вот такой пакет пришел. И второй пакет. Этот меня пакет обозвали как Шпаков. Ну, я при немножко там заретуширую, потом еще в гимпе. И как бы это приплюсую при монтаже монтиры, потому что придется 100%. Потому что вот этот пакет мы открываем желтый первым. Потому что тут идет держалка на ощупь. А тут потом объясню. Ну, я сейчас этот пакет привскрою, пока нажму паузу. Да, это она. Вот она, рука опять же так и неудобно. Ну вот она. Держалочка. Покупалась она в первую очередь для... Не знаю для чего, но для этого вот 710-го. Но так как я сейчас снимаю на 4013D Pixie 3.4, то будет использоваться для него. По идее, она должна подойти. Ладно, дорогие друзья. Я сейчас жму опять же паузу. А вот у меня вот там вот лежит штатив, куча говна, так сказать. Почему я ее взял? Да потому что, как мне кажется, у нее здесь стандартная штативная гайка. Ну, мне, по крайней мере, просто кажется. Если это не так, то это будет печаль-беда. А придется делать переходник. Но я не Сергей Александрович. Поэтому не знаю, как это буду делать колхозить. Ладно, пока опять же пауза. Ну, нифига не печаль-беда. Так, давай показывай мне. Вот это выглядит вот так. На ощупь она такая, ну, знаете, хлипенькая. Ну, сейчас я вам покажу со своего аппарата, как это выглядит, а потом я прикреплю свой и открою вторую посылочку. Ну, вот так это выглядит у нас, то есть... изначально я его зачем-то покупал для 710-го, но это просто телефон с 1,3 мегапиксель камерой, который снимает в разы хуже, чем Pixie 3. Но вот такой вот аппарат. Держатель. Я не знаю, сейчас подойдет ли мой этот Pixie 3. Ну, давайте посмотрим хотя бы. Пока пал. Ну вот, в принципе, что. Держится все. У-ху, клево. Вот она, такая вот штука. Ну что, держится? Ну все, ребята. Прощай, видеокамера. Прощай вот этот вот говнище, так сказать. От него уже плююсь, вот это колесо, его трогать уже нельзя. Не знаю, что с этой камерой случилось, но чуть-чуть тронул, и у меня сразу начинают по экрану бегать вот эти режимы. Я не знаю чего, я не раз снимал НЛО, так сказать. Ну, это не НЛО, японский фонарик, но все-таки. Он просто странно летел так. Камера-то могла выловить, но я немножко чуть-чуть задел это колесо, и у меня запрыгали режимы. И все, весь видос пропал. Ну, прям во сне снились эти два пакета. Как я их распаковываю. Вот. Что-то сегодня вот еле-еле доперся до почты. Вообще-то эта посылка пришла мне еще позавчера. Но забрал я только что. Потому что я два дня болел. У меня было хорошее такое шатаналити, так сказать. Вот. Не знаю. Джихад был такой. Вот. Продуктовый. Да, IMAX. И вот такой вот у нас iMax немного помятый. Помяла его либо наша почта, либо SF-Express. Подушечка уйдет сюда. Так. Да. На видео у компмастера, на видео у продавцов с Алиэкспресса, я думал, она будет побольше. Ну и у транзистора, я думал, тоже она будет побольше. Оригинал это или копия, я не знаю. Сразу скажу, ну, вряд ли это оригинал. Вот, у нас имеются крокодилы, что хорошо уже. Так, ну, крокодилы это у нас для... Отлично. Хорошо, сейчас мы тогда с вами еще и проверим ее за счет этих крокодилов. Подключим мой Defang. Он очень слабый, но... Запустить, думаю, этот iMax хватит. Стартерный разъем, как его они называют.
Потом опять же довольно-таки мощные крокодилы. Опять же для... да, я и выкинул. Это у нас для... Насколько я помню, ну это для батареек различных. Вообще это Sky RC, это для RC моделей, но их с успехом радиолюбители применяют. Так, и вот это у нас переходная такая колодочка, да? Вот что-то они по колодочкам все раскидали. Ну, кстати, щупы я не скажу, так отвратительно сделаны, но, блин, я вот тут так хотел прибраться в выходные дни, но что-то воскресенье меня так полоскало вообще, знатно, пол ведра накидал всякого разного. Не знаю. Кстати, бананы плотные, я вам скажу так. Зачетненько так. Так, давайте, что-то сегодня-то вот еле-еле дошел до почты. Вот у нас так. Ну и вот у нас основная. Перепутать здесь невозможно. Там вообще хоть я что-нибудь вижу? Да, вижу. Вот. И оп. Это вот так. И два крокодила. Так, вот этот разъем, не знаю, переделывать его, не переделывать тоже. Это у нас для подключения к автомобильному источнику питания. Провода какие-то жиденькие. У нее 6 ампер должно быть. Change rate 0,1 6 ампер, ну да, на 6 ампер. Disengage 2 ампера. То есть она может и заряжать, и разряжать. Также у нас имеется инструкция на английском. Продавцу за это респект, конечно. Сейчас давайте я нажму паузу, потому что у меня блок питания не вот там, где-то там лежит, с той стороны. Ну, посмотрим сейчас. Пока пауза. Ну что ж, такой вот у нас блок питания марки Defunk. Я на него обзор уже делал. Вот, даже как-то этот обзор, помню, выкладывал в группе Романа Урсу. Ну, это была такая попытка для привлечения зрителей. Вот. Ничего. Так, это у нас вот идет сюда. На сам блок питания. Жмакаем кнопку. Надеюсь, блок питания в защиту не уйдет. Так, у него входное напряжение хоть какое? 20 вольт. Ага. Ну, давайте уж 12. Для надежности долбанем. И подключимся. Так. Это сюда. Ага. Ну, дешевые китайские провода, чего вы хотите. Это я говорю про свой вот этот DFM. Там у меня что-то, кстати, не стартует. А, он в защиту ушел. Зашибись. Ну вот. Давайте вам покажу, что он нас показывает. Однако. Ну вот, опять ушел. Во время видеосъемки тут нельзя выключить видео. Ну ладно. Вот такой вот у нас IMAX, что-то он пищит. Литий полимер change 22 вольта. Ну, это надо разбираться, по идее. Но аппарат включается. Backtape, Program Select, никель металл гидрид, никель кадмий, свинец, Save Data, Load Data, User Set Programs. Ну, что-то здесь только литий полимер, никель металл гидрид и никель кадмий. А где литий железо фосфат? Что-то я не вижу. Ну, я не понял, не особо еще пока разобрался. Да, и блок питания у меня слабый. Вот он. Простое жрет у нас 20 миллиампер всего. У меня где-то есть блок питания, вот ноутбука. Попробую потом его прицепить. Сниму об этом отдельное видео. А пока. На этом все, как бы. Ну, попал я его сейчас еще раз скажу. Вот для таких вот банок.
проверять еще, да, и вот у мамы, у нее телефон, вот это вот вообще-то ее телефон, как бы я им пользовался в последнее время, у него проблема была с батарейкой, батареечкой для вот этого телефона, то есть он... Вот, такая батарейка, он говорит, у нее работал 2 недели. 710-й. Кстати, кто пользуется 710-м из моих зрителей, пишитесь, пожалуйста, сколько он работал вообще. Мне кажется, он должен работать неделю максимум. Это если просто включенным лежать на полке. Вот мой 3 дня, вот, Pixie 3 работает полностью включенным. Я вот сколько, 3 дня отваляюсь. Ой, не 3 дня, сегодня весь день валялся. У меня, ну, 100% было. Пошел на почту, стало 80. На почте там тоже искал интернет. Хотел еще терроризировать. Не там еще одну посылку какую-то потеряли. Ну ладно. Вот. А так. Штукенция хорошая. Давайте выберем. Ох, орёт-то она. Липобет. Эти полимер. Эти полимер 1.2. Вот так. Storage. Пятьсот миллиампер. Ну, давайте попробуем уж. Так, еще запись-то у нас идет все еще. Не вижу, идиот. Так, ну давайте попробуем так временно подключиться крокодилками. Ой. Так вот, увидим. Я просто сейчас вручную подключусь. Потом у меня есть дома старая квакша, где-то сломанная. Ну не сломанная, она живая, просто она мне нафиг нужна. Я себе лучше куплю новую. Не получается, ладно. Потом в отдельном видео будет полное тестирование IMAX, и мы с вами уже как бы разберемся вообще, как он работает. Я к нему приделал блок питания, то это тут с вентилятором сейчас сидеть перед ним. Что-то не камильфо у меня еще, и температура-то только-только спала, и от него дует, я еще пошел-то весь сырой. Вот, ладно, на этом как бы все, всем удачи, всем пока. Кому интересны распаковки и всякое... Блядятина, подписываемся на лайв-канал. Кому интересно, альтернативная операционная система, ссылку я наверняка 100% дам в описании. Вот, подписывайтесь на него. На этом как бы все. Всем удачи, всем пока.